Это тоже проблема, кстати, отсутствие сексуальной жизни полноценной. Это э, серьезная проблема, кто бы что бы при этом ни говорил, что есть какие-то обстоятельства, что так сложилась жизнь. Я 20 лет провел на подводной лодке, еще мыть в этом духе. На самом деле отсутствие секса это сама по себе э, это само по себе, простите, следствие чего-то. И я приглашаю тех людей, э, у которых давно не было секса а может быть и никогда не было секса, и у которых сексуальная жизнь нерегулярная, и поэтому нет проблем, что секса нет, позвонить, написать и обсудить эту проблему с целью ее все-таки решить. Павел из Подольска. «Уважаемый Михаил, если человеку скучно наедине с самим собой, говорит ли это о его ограниченности?» Вы знаете, об ограниченности не обязательно, Павел. Говорит о его несамодостаточности, а о его психологической зависимости от других людей. Кстати, это выявляется в глубоком детстве. Есть дети, которые спокойно занимают сами себя, есть дети, которые все время бегают за мамой, им нужно все время, чтобы их развлекали чтобы что-то происходило, они не могут оставаться одни. Это такая, такой склад личности, который, в принципе, поддается коррекции. Потому что люди, которым скучно с собой, им на самом деле очень тяжело. Они страдают от одиночества. Ну, классические вопросы. Моя девушка старше, меня на 10 лет, нормально ли это спрашивает. Мити 25 лет. Я думаю, она уже не девушка, просто Мити, это нормально. Татьяна, у сына в институте нет друзей, ни с кем не общается близко. Как ему помочь? Но чтобы понять, почему у него нет друзей, он ни с кем не общается близко и помочь, ему надо разобраться, почему с ним это вообще происходит. И я, Татьяна, предполагаю, что началось это не в институте. Катя 40 лет из Самары. Мужчина сорока двух лет не был женат, знали друг друга за 20 лет, 12 лет не виделись. Он нашел меня два месяца, перезваниваемся, говорит: Привык один, будем друзьями. Трудоголик у меня а, есть шанс его приручить. Катя, вы, конечно, можете попробовать его приручить, только спросите себя, зачем. А, если вам плохо одной, а это какой-то потенциальный а, претендент на скрашивание вашего одиночества, и поэтому вы для себя его приручаете, ну попробуйте. Но я бы не стал просто этим заниматься, потому что а, вам этот мужчина говорит, что он хочет быть один, что он привык быть один и предлагает вам быть друзьями. Вы хотите эту ситуацию поломать. Но обычно из этого ничего хорошего не выходит. Я уже много раз говорил, человека надо или принимать таким, какой он есть, или найдите себе другого человека. А приручать, или дрессировать, или строить, я думаю, это неэффективно. Прыгать через пропасть лучше быть перфекционистом, пишет нам Джош. Ну, тут много было про этих самых монахов-отшельников. Анна из Петербурга спрашивает, не является ли это для них бегством от проблемы и предназначения. Мы просто вчера говорили о, о том, что людям свойственно не быть одним по природе. Не потому что одним нравится, другим не нравится, или одни интроверты, другие экстраверты. На самом деле интроверсия, экстраверсия это преобладание каких-то черт в человеке. Но и интроверты, и экстраверты испытывают потребность не быть одни. Просто, скажем, соотношение одиночества и такого группового общения или коллективного общения у них разное. Но нет людей, которые естественным образом хотели бы быть одни, потому что в человеческой природе заложено это. Человек-существо социальное. То, что касается, кстати, сексуальных отношений, то есть люди асексуалы, есть люди, которым по тоже каким-то достаточно проблемным причинам нет потребности, нет желания заниматься сексом. Причины, поверьте, достаточно серьезные, начиная от изнасилования, кончая какими-то серьезными детскими психотравмами, но эти люди, когда... Выросли, они декларируют это таким образом, что они просто к сексу относятся негативно. Но, как правило, это результат какой-то психотравмы. Так вот, я хочу сказать, что сексуальные потребности это тоже не вопрос выбора или вопрос желания. Это один из базовых, как известно, инстинктов человека. Он с этим рождается и он с этим живет. Извините. Когда у него наступает э, проблема в сексуальной жизни, то есть отсутствие сексуальной жизни, то и его психика, и его организм на это реагирует, и реагирует достаточно тяжело. Это может быть и нервное состояние, и раздражительность, и психофизические какие-то расстройства, и проблемы, и на здоровье это достаточно влияет неприятно и так далее. Поэтому э, людей, как вот отшельников, монахов, которые добровольно выбирают себе отсутствие секса, эта ситуация, конечно, вынуждена. Конечно, от этого никто не умирает, и есть люди, которые с этим сживаются каким-то образом, но, тем не менее, э, это психологическая, иногда и физическая проблема для большинства людей, которые живут без секса. Надя пишет. Здрасте, Михаил. У меня вчера наконец-то был первый секс. Я счастлива. Надя, я вас поздравляю. Тем более, судя по вашему письму, все было хорошо и вам все понравилось. Раз вы пишете, что вы счастливы. Надо, чтобы дальше было не хуже. Но вот есть, конечно, серьезные исключения, которые даже не требуют комментариев. Вот Николай, 35 лет, пишет. Не было секса, потому что сахарный диабет. Импотент, но не грущу. Это уже а, с болезнью. Тут уже, так сказать, не, нечего комментировать. Таня спрашивает, что значит любить себя. Я даже не знаю, Таня, как вам ответить на ваш, казалось бы, простой вопрос. Это вообще чего? Любовь, да, это эмоции. Когда люди пытаются аналитически э, разобраться, что такое любить или не любить себя, ну давайте попробуем, потому что эмоции это то, что вы переживаете э, по отношению к себе. Люди, которые себя любят, им даже не нужно объяснить этого они это чувствуют они когда встают у них все хорошо они с собой довольны чтобы они не делали они живут в ладу в гармонии со своими действиями с людьми которых окружают потому что они любят себя и они открыты окружающим они позитивно относятся к миру ну и так далее но если мы будем этот вопрос разбирать рационально, а не эмоционально, то выяснится следующие подробности, Таня. Первое. Если вы находитесь в отношении с человеком, который заставляет вас страдать, и вы таким образом заставляете страдать как бы сами себя, вы себя не любите. Если вы мизантроп и негативно относитесь к другим людям, и вообще у вас, так сказать, в окружении, нельзя сказать, что мизантроп такой тотальный, не любит всех, да. Хотя известные выражения безантропические, например, «чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». Это вот такая классика жанра. Это ущербность, это серьезная проблема, это мир кажется, ну, или агрессивно по отношению к тебе настроенным, или просто негативно. Но это же и есть выражение «не любви к себе», потому что все негативные эмоции, которые испытывает человек, не любя других... Это то, чем он сам живет. То есть ему самому представьте себе, как дискомфортно, когда он думает постоянно или чувствует постоянно, как ему плохо, как ему плохо самому при себе, как ему плохо с другими людьми, какие кругом подонки негодяи, как он бедный в этом дерьме вообще живет. Это то, что наполняет его душу, его мысли. Это, конечно, не любовь. Всякие такие проблемные, ну, скажем, там вот, если у нас сегодня сексуальная тема, да? люди которые терпят э, сексуальное насилие по отношению к себе люди которые терпят э, достаточно э, неприятные конфликтные отношения э, тоже к себе э, у которых достаточно сложные взаимоотношения с противоположным полом и они от этого тоже мучаются они себя не любят почему потому что они э, думают что не добровольно но в каком то смысле вынуждены на самом деле как правило это их волеизъявление они идут на эти отношения, они идут на такой контакт, они от этого страдают, и у них такие мазохистические отношения. Конечно, они себя не любят. Можно долго говорить, в чем проявляется любовь и в чем проявляется нелюбовь. Вы просто можете спросить себя, вот та жизнь, в которой я живу, она мне нравится или нет? Те люди, которые меня окружают, те, с кем я сосуществую, мне от этого как бы хорошо или плохо? Если вам плохо, то вы это плохо доставляете сами себе. Конечно, вы себя не любите. Пока СМС. Юра из Самары. Я давно не изменяю жене. Мне 40, у меня есть с сексом проблемы. Юра, ну это, видимо, такое юрничание. Э, типа у меня так все классно, что проблем нет. Конечно, у вас проблем нет. Но дело в том, чтобы разобраться э, в тех парах, в которых есть измены, надо сказать, что это не подвиг не изменять жене это не героизм. Просто есть люди, которые настолько удачно женились, что у них нет потребности изменять друг друга, просто потому, что они этого не хотят. Они любят друг друга, и у них полная сексуальная гармония. Так редко, очень редко, но бывает. И это бывает так, что это длится, может быть, и всю жизнь. Но так как большинство людей достаточно странно вообще женятся и выходят замуж, по совершенно непонятным причинам, не имеющие отношения к какой-то позитивной мотивации, то рано или поздно они начинают сталкиваться с такими проблемами, что у них возникает сексуальная дисгармония а, в браке. Естественно, они пытаются решить эту проблему вне брака. Поэтому те, кто не изменяет, они не такие типа лапочки хорошие, а у них просто все хорошо, и непонятно, зачем им изменять, когда и так все замечательно. Алексей из Казани, Если женщина считает себя сексуально свободной, будучи в браке, стоит ли и дальше строить с ней отношения? Алексей, вообще об этом люди обычно договариваются. Как бы с одной стороны считается, что по умолчанию, у нас ведь брак моногамный, я об этом миллион раз уже говорил, это условие контракта. То есть, когда вы женитесь или выходите замуж, вы буквально подписываете некий договор, в котором, конечно же, не все, но некоторые принципиальные вещи просто прописаны. И хранить верность ⁇ это условие брака. Это не вопрос, хочу или не хочу, это вы на это подписываетесь. Если вы к этому не готовы, не вступайте просто в брак, будьте откровенны и с собой, и с партнером. Как бы вам не хотелось иметь семью, если вы к ней не готовы, и вы не, не тот человек, который может... Жить в таких условиях, просто признайте это. Признайте прежде всего самому себе. Потому что это нарушение, что называется, контракта, из-за которого случается куча проблем. Первый из которых это просто развод, то бишь конец брака. Вот в смысле, так сказать, деловой юриспруденции получается, что вот при таких вводных данных развод это следствие нарушения договора. То есть, когда вы наруш... одна страна нарушает договор, то другая страна а, на, на, нарушает вообще уходит просто вообще из этой ситуации. Типа у нас уже нет отношений никаких. Поэтому вы когда делаете какие-то поступки в своей жизни, вы хотя бы должны нести ответственность и отдавать отчет вообще в том, что вы делаете. Но Елена из Москвы тоже спрашивает, что значит любить себя, в чем это может выражаться. Вы знаете, вот просто надо, наверное, отдельную программу об этом сделать. Это очень интересная тема. Потому что я не могу а, донести через микрофон а, чувство любви к себе. Это надо почувствовать. Ведь, ну, давайте опять от противного. Не любовь к себе очень просто выглядит. А, вам плохо, вы себя чувствуете бедным, несчастным, обиженным, униженным, все что угодно. Вы себя, конечно же, не любите в этот момент. Это я про чувства сейчас говорю. А то, что касается тех рациональных жизненных историй, из которых состоит эта любовь, это надо говорить совершенно отдельно на целую программу. А Карина, 25 лет, спрашивает, Михаил, здравствуйте, по каким признакам можно понять, что у мужчины давно не было секса, то, что он быстро финиширует к этому? Ну, это может служить косвенным свидетельством об отсутствии секса, но не обязательно, Карина, мужчина может быть и преждевременное семяизвержение, у мужч... Мужчина может волноваться, скажем, если это с ним впервые, с вами происходит, не с ним впервые, а вот с вами впервые секс, он может быстро закончить просто от нервного состояния, от волнения и так далее. Кроме того, как вы сами догадываетесь, большинство мужчин решает эту проблему мастурбации. поэтому вот секса полноценного могло быть не быть давно, а мастурбация могла быть полчаса назад. Тут вопрос непростой. Только я хочу еще раз напомнить, что это не одно и то же. И мастурбация, конечно же, секс не заменяет. Владимир, 28 лет, из Петербурга. Я вообще не занимался сексом с девушками. У меня секс бывает только с проститутками. Михаил скажет, как решить эту проблему, ведь я не могу даже нормально с девушкой познакомиться. Простите. Владимир, дорогой. А, вы, вместо того, чтобы решать проблему, она у вас сформулирована в вашем вопросе. Вы не можете познакомиться, естественно, так как вы не знакомитесь, у вас, собственно, и продолжения в виде секса с ними нет. Но вы не решали эту проблему, вы перешли на проституток, с которыми как бы знакомиться не надо. Вы вернитесь к этой ситуации, спросите себя, почему у вас проблема со знакомством. Что вы волнуетесь, стесняетесь, у вас какие-то комплексы возникают. Вы себе сильно не нравитесь, вы боитесь отказа, вы боитесь быть отвергнутым. Что-то должно какая-то причина у вас быть. И когда вы эту причину разрешите, тогда у вас не будет проблем со знакомствами, а вследствие не будет проблем и с сексом. Если проститутки занимаются с вами сексом, то и не проститутки тоже могут заниматься. А вообще, конечно, лучше позвонить с такими вопросами, потому что мне из четырех предложений приходится надо, надо гадать, что у человека за проблема. Куда проще было бы, если бы человек позвонил и подробно рассказал. Ну вот, например, как люди себя не любят, и из-за чего у них проблема в сексе. Вот Галя пишет. Печально то, что мужчины стали продажные, все хотят богатых невест. Галя, вы прочитайте то, что вы написали, спросите себя, вы сами-то вот это верите, что все мужчины хотят богатых невест откуда у вас вообще эта такая, я бы сказал, параноидальная идея возникла. Но с такой идеей секса, конечно, не будет. Потому что все же продажные, все хотят богатых невест, а, видимо, бедные невеста. Это вот такое негативное сознание, конечно. Антон, здравствуйте, Михаил. Моя девушка армянка, до свадьбы ей типа нельзя, так написано в кавычках. Она еще живет, далеко видимся редко. Как понимаете, секс тоже редко. А мне больше не с кем, почти, неохота. Но не против, чтобы я спал, с кем хотел до свадьбы. Спасибо, Антон. Но Антон, собственно, ничего и не спрашивает, а притом он так странно пишет, что невесте до свадьбы нельзя, а секс редко. Вот потому что видимся редко. Я так не понял, Антон: это с невесты секс редко, или с кем-то еще секс редко? То, что касается невесты, я уважаю национальные традиции, но надо иметь в виду что э, буквально покупая кота в мешке, то есть совершенно не зная, какие ваши сексуальные отношения будут в браке, вы рискуете скатиться к банальным изменам, просто и иметь, кстати, проблемы в семье, если окажется, что вы сексуально не очень подходите друг к другу. Как совместить вот эти национальные традиции в 2011 году с ответственностью перед браком, я не знаю. Дело в том, что э, сексуальная жизнь до брака, это тоже вопрос ответственности, потому что если взять статистику и посмотреть, сколько браков распалось из сексуальной дисгармонии в семье, то понятно, что вы какие-то же требования к супругу или к супруге предъявляете перед свадьбой. Для вас что-то важно, я не знаю, что достаток, внешность, семья, родители, все что угодно секс – это такая же неотъемлемая часть этих отношений, как и все, что я перечислил. Но почему-то на одни вещи до свадьбы внимание обращается, а на это обращается с точки зрения только девственности, что само по себе точно не является залогом успешного брака. А при мастурбации эрекция есть, а при виде женщин не чувствую силы, как... Не чувствую силы. Как это понимать? Спасибо, Михаил. Максим, 33 года, Владикавказ. Максим, скорее всего, у вас есть психологический барьер перед женщинами он каким то образом вот, с вами случился этот психологический казус и вы испытываете препятствия определенные и когда вы занимаетесь мастурбацией у вас таких проблем нет а как у вас живой человек проблема есть я в свое время помню когда я в юности читал фрейда он описывал я уже сейчас не помню как называется этот синдром это семьи, скажем, богатых людей, а Фрейд общался исключительно с небедными, где они занимались сексом с юного возраста, мальчики, там, с горничными, поварихами, кем угодно, а людей своего круга они стеснялись. И когда эти люди вырастали, у них был психологический барьер, ну, там, не знаю, дворян перед дворянами, в общем, у них была с этим проблема. Они могли спать только а, с какими-то простыми в их понимании людьми, а с людьми из своего круга они спать не могли. Естественно, они по этой причине не могли и в брак вступить и так далее что-то, может быть, аналогичное, Максим, есть и у вас, я не знаю. Мы только можем гадать, потому что вы не звоните, а пишете. Продолжаем наш разговор. Михаил, что плохого в сексе от случаев к случаю с разными партнерами, если постоянного молодого человека нет? Ничего плохого в этом нету, кроме того, что если вы сами формулируете «потому что», да, нет постоянного человека. То есть вы сами не хотите то, о чем вы пишете, вы хотите постоянно, но его нет, и поэтому вы буквально перебиваетесь с хлеба на воду. А в каком-то возрасте, в юном, всем нравится разнообразная сексуальная жизнь и девушкам, молодым людям, потому что это для них новое. И им это все интересно, и люди разные, и отношения разные, и секс разный, и так далее. Но параллельно с этим, и. и как сказать, не параллельно даже, а, а зависимо, что ли, от взросления, от возраста, а, постепенно возникает идея все-таки постоянных отношений. Тем более, что разнообразные а, отношения тоже ведь не всех привлекают. Есть и девушки, и молодые люди, которые сразу а, хотят каких-то отношений постоянных, но тем не менее, да, в юности это как-то все по-другому выглядит. И когда их нету, Селена, вы абсолютно правильно э, пишите, пишете, э, на ну что еще делать? Конечно, тогда разнообразный секс. Просто от случая к случаю само звучит не очень хорошо. Все-таки лучше пусть регулярный будет. Хотя и с разными. Нет секса из-за депрессии. Вопрос в том, почему реального не хочется, а мастурбация присутствует иногда. Антидепрессанты можно скорректировать. Можно ли скорректировать антидепрессантами пониженное либидо? Конечно. Конечно, можно. Я бы сказал, даже нужно. На некоторых, кстати, так даже и написано, что они повышают либидо. Ну вот, все умею в работе, а с девушками знакомиться затрудняюсь. Трудно. Закиров и Сургута нам пишет. Да, у многих, кстати, отсутствие секса напрямую связано с тем, что человек до начала просто не может подойти и познакомиться. Вот такая, казалось бы, банальная причина. Никто даже до импотенции не дошел. Вот просто на этом вертикальном уровне уже проблема. Екатерина, после родов ой, неправильно, после родов. Что-то я, Катя, простите. Пропало сексуальное желание. Муж не возбуждает, интима не хочется, а ребенок скоро год. Как вернуть желание? Но я не исключаю, что у вас может быть послеродовая депрессия, хотя я не врач и не могу такие вещи заявлять по радио, но в любом случае вы можете этот вопрос просто выяснить со специалистом. Если это следствие родовой депрессии, надо просто вылечить. Сергей, я до брака не занимался сексом, и меня это не беспокоило. Когда женился и первый раз попробовал, чувствую постоянную потребность секса. Много ли есть еще людей, которые так устроены? Угу. Сергей, много. Дело в том, что вообще до секса большинство людей испытывает сексуальную потребность. Она выражается в сексуальных фантазиях, в просмотре всяких порно-эротических сайтов, я не знаю, кино и так далее. Она выражается в мастурбации и в полюциях у подростков. И сама идея к моменту э, уже, так сказать, социального, сексуального, психологического созревания уже существует у человека. То есть, потребность уже есть. И дальше она реализуется. Но у вас такая история, да, что, может быть, у вас, э, я не знаю просто, сколько вам лет, вы не пишете. Это поздно произошло. И так совпало, что это произошло прямо практически в тот момент, когда вы женились. И попробовав, вы как бы поняли, что вам этого хочется. Наверное, как-то так. А с мужчиной нужно рвать, пока хорошо, дабы не разочароваться. Это Галя продолжает. Галя у нас ведь мизантроп. Она считает, что все мужчины сволочи ищут богатых невест, поэтому она продолжает свою мысль дальше. Она пишет, с мужчиной надо рвать, пока все хорошо, дабы не разочароваться. Галя, с таким настроем... Вы эту корову точно не продадите. Дмитрий, 33 года, двое детей, нет влечения к жене. Отношения, скорее, как другу, товарищи по жизни, но есть другим женщинам вокруг. Почему? Почему лично вас, Дмитрий, я не могу сказать. Но обычно это... А, есть несколько ситуаций. Или товарищеские отношения убивают сексуальные отношения, или однообразный секс убивает а, влечение к супругу и так далее. И сразу натыкаемся на вопрос от Ильи, 18 лет, он пишет -то. 16-17 сантиметров. Это очень мало. Чувство неуверенности в себе, секса еще не было. Илья, это нормально. Я бы сказал, более чем достаточно. А, Дмитрий из Липецка, 32 года, ни разу не было секса. Не негативно отношусь. А суть в том, что при -то, встрече с девушкой стесняюсь и не знаю, чем, о чем с ними говорить. А, Во-первых, Дмитрий, хочется сказать, с девушками, как со всеми людьми, обычно говорят, о том, о чем со всеми говорят, о жизни, о том, что вам интересно. Но я боюсь, что не в этом проблема, что если я вам скажу, о чем говорить, у вас это сразу все пройдет. Вы обратите внимание, друзья мои, мы сейчас пока о женщинах не говорим, женщины, собственно, не пишут такие вещи, да, что они стесняются подойти, не знают, как разговаривать, это пока пишут мужчины. Уже несколько сообщений, смысл которых сводится к тому, что нет секса, потому что я не могу познакомиться. Вывод делаете сами. Дело не в сексе, дело в психологической проблеме. Человеку сложно познакомиться. Причины разные. Обычно причина страх перед последствиями знакомства, что или меня там за маньяка будут держать, или меня просто отвердут, мне скажут «нет, а я этого не переживу» что а, это там плохо, некрасиво. Короче, человек, прежде чем подойти, он уже столько себе накрутил, что к тому моменту, когда девушка даже на нее посмотрела, он уже ни на что не готов. Он не будет подходить. Ему уже плохо, дискомфортно, страшно, тяжело и так далее. В результате он об этом все время думает и никогда этого не делает. Жену не люблю, а секс с женой супер уже пять лет. Богдан из Кстати, тоже интересное замечание. У нас обычно сообщение «Жену люблю, а секса с ней не хочу». А здесь наоборот. Вы знаете, секс не обязательно должен быть напрямую связан с чувствами. Это зависит от конституции человека. Те люди, которые секс вычленяют в отдельные действия, им вообще в принципе не обязательно испытывать какие-то чувства к человеку. Для них секс – это секс, не больше и не меньше. Для других людей секс – это часть отношений. Это разные люди с разной психологией, естественно, с разным отношением к сексу. Андрей из Питера, мне 40, секс редко, просто неинтересно заниматься сексом. Вот как раз, кстати, к нашему разговору. Мне интересно заниматься сексом с девушкой, которая не испытывает чувств. Это проблема. но для вас это проблема, если он у вас редкий. Потому что вот смотрите, как происходит с людьми, у которых все хорошо и которые себя любят. У них нет такого противопоставления. У меня к ней нет чувств, я не хочу с ней секса. Это люди открыты миру, а им нравятся другие люди, им нравятся женщины, им нравится секс, у них не возникает внутреннего конфликта, они никому плохо не относятся. Мужчина, который таким образом знакомится с женщиной, он ее по-человечески все равно уже любит. Он не влюблен вот, в таком романтическом понимании, но она для него приятный, хороший человек, и он рассчитывает на хорошие к себе отношения, и, кстати, на хороший секс. То говоря по-русски, если у человека все хорошо психологически, у него таких проблем вообще не может возникнуть. Арина, 36 лет, очень интересно пишет. Она пишет с большой буквы. Умер любовник. С большой буквы. Учитель и гура в любви. Все с большой буквы. Хотя расстались с ним три года назад. До этого ушла, чтобы завести семью. Родила двоих детей. Теперь мужа не могу хотеть уже год имитации секса, до этого подыгрывал и секс вымер с любовником, но больше никого не хочу. Марина, у вас серьезная проблема в голове. Вы пытались, видимо, одну проблему решить за счет другой проблемы. Не понятно, зачем вы замуж вышли, еще родили двух детей от мужа, которого вы не хотели и не хотите. Зачем-то ему подыгрываете. Это полный бред на самом деле. К сожалению, ваш любовник... Учитель и гуру, видимо, вас ничему не научил. Потому что жизнь, как говорится, дается только раз, и прожить ее все-таки надо. И лучше прожить ее полноценно, с человеком, которого хочешь, с человеком, которого любишь, а не пытаться решать таким образом свои проблемы. Но, Марина, вам только 36 лет, вы все еще успеете. Вам надо просто сесть и подумать о своей жизни, как вам жить дальше. И если действительно у вас был такой сексуальный опыт. Который оставил след в вашей жизни, то, в принципе, вы к сексу открыты, и к отношениям тоже. Может быть, это будет ваш муж, а может быть, это будет и не ваш муж. И вообще не муж. Не знаю. Вот Дмитрий а, вступает уже в дискуссию. Это интересно. Он пишет: Странно утверждать, что отсутствие чего-то само по себе является проблемой. Ведь человек может не воспринимать отсутствие сексуальной жизни или постоянного спутника и спутницы жизни как что-то негативное. Так у кого же тогда проблема? Я слушал мнение, что культ семьи вообще навязан обществом, в результате чего одинокие люди вынуждены чувствовать себя несчастными, понимая, что не удовлетворяют ожидания общества. Дмитрий, вы просто умница. С вами дискутируйте одно удовольствие. Давайте попробуем. Итак, вы говорите о том, что странное утверждение, что если у человека что-то нет, это проблема. Типа ему, может быть, это не надо. Давайте еще раз вернемся у людей сексуальные потребности носят врожденный характер. И если у них нет секса, они из-за этого страдают. Другой вопрос, что через некоторое время страдания они с этим смиряются. Это первое, по первому пункту. Теперь по поводу семьи. Бог с ней с семьей. Семья действительно социально-религиозный институт и очень часто не имеет прямого отношения к человеческим потребностям. Но у человека, как у существа социального, есть жгучая потребность иметь рядом близкого человека противоположного пола. Но, когда он этого не имеет много лет, он с этим опять же смиряется, страдает привычно и живет как-то один, не испытывая от этого, Дмитрий, поверьте, ни малейшего удовольствия. Вот так выглядит отсутствие проблем при отсутствии человека рядом или отсутствие секса. «Арина, 23 года, Москва. У меня не было секса 2 года. Это действительно тяжело и физически, и психологически. Но заниматься сексом механически просто не могу, хотя возможности есть. Чувствую себя отвратительно, порой завидую людям, относящимся к сексу проще». «Арина, вот у вас тоже внутренний конфликт. Вы секса хотите, но вы им не занимаетесь, потому что вас останавливает то, что вы называете меха механически просто». А послушайте, еще раз повторяю, если к людям относиться доброжелательно и с любовью, не будет никакого механического секса. Вот и все. Мне кажется, что вот эти барьеры психологические, они напрямую связаны, но ну, с нашим негативным отношением к ближнему. Мы его уже не любим, мы боимся, мы чувствуем себя унизительно, а, типа нас используют, это не мы сексом занимаемся, это буквально нас имеют. Лучше, чтобы это были какие-то там любовные отношения, но они каждый день не происходят. И вы не можете даже сказать, что вам так лучше, вы сами пишете, что я от этого страдаю, вам тяжело психически, физически. Но вот это противопоставление любви и остальным людям делает этот секс для вас невозможным. Елена, 22 года. Смотрите, друзья мои, в каком юном возрасте люди уже имеют проблемы. Елена, вот сейчас я читал 23 года, а Елена 22 года, Ярославль. Проблема сексуальной жизни, вероятность из-за моей внешности. Она действительно привлекательна. Ребята съедают глазами, но серьезных шагов и предложений нет. Сама я не могу сделать. Первый шаг у сокурсов все в порядке, и даже более чем. Я очень переживаю, но ничего поделать не могу. Уже и принцип не жду, просто хочется быть востребованной. Как жить? Елена, жить легко и просто. Дело не во вашей внешности. Дело в том, что вы в силу каких-то причин, может быть, кстати, и с внешностью тоже связанных, как-то себя так вот ну, подаете, что ли, да, что, а, ну, не открыто, я не знаю. Дело в том, что это есть такая проблема, скажем, люди красивые, и мужчины в меньшей степени, а женщины в большей, а они эту красоту как-то несут, знаете, как корону, что ли, да, как некую неприступность, и создают у других людей проблемы, а сами страдают от одиночества. Но самый великий пример из этой истории – это Мерлин Монро, который, собственно, в одиночестве и погибло. Так я вам хочу сказать, что можно быть красивой и открытой людям. Потому что красота – это не противопоставление открытости и любви к ближнему. И тогда все будет нормально. Вот что такое психотравма. Александр, 44 года, пишет. В детстве был свидетелем пьяных сексуальных приставаний папы к маме. Теперь боюсь женщин, хотя был женат фактически по инициативе. Что делать? Вам надо изжить эту детскую психотравму. Вообще, когда дети видят э, секс у родителей, это уже травма, да. Но когда еще это, так сказать, агрессивно происходит и с приставаниями, это, конечно, может нанести серьезный урон психике ребенка, который потом, вот видите, откликается уже и у взрослых людей. А Елена, 25 лет. Была одна близкая встреча с мужчиной, но я не могу принять себя полной. А, пусть хоть 68, но не больше непонятно, что 68, Елена. Но веша больше. А, килограмм 68, но веша больше. Из-за этого почти уходит желание купить одежду, выйти на улицу, что странно, тяга к этим желаниям увеличится как раз неприятием тела. И этим же неприятием брезгливости к полноте желания гасится. Как во фразе, что меня питает, то и убивает. В плане психиатрии пока не их пациент. Вы знаете, я не уверен, если у вас не эндокринная проблема, то у вас может быть нервная булимия. А здесь уже замкнутый круг. Вы на нервной почве набираете вес, потому что и метаболизм нарушен, и едите много. Естественно, это убивает сексуальные желания. Так что не надо к психиатрам так плохо относиться. Они, в принципе, бывают хорошие люди. И помогают. Пока я учился, все вокруг гуляли, у меня все сложилось неплохо, но иногда хочется извинить жене. Может, я что-то упустил в жизни, да и обидно как-то, жена тоже хорошо погуляла. Старый ботан, кандидат технических наук. Влад из Москвы, 23 года, нет и не было секса, стесняюсь знакомиться с девушкой, так как пользуюсь слуховыми аппаратами. Но вы со слуховыми аппаратами же нормально слышите, Влад? Знакомьтесь спокойно. Не забудьте сказать, что вы плохо слышите, у вас слуховые аппараты, я думаю, мало кого это остановит. Нина, зависит для гена возраст начала половой жизни. Мама поздно начала, сыну 22 года, подруги нет, и меня это беспокоит. Да нет, я думаю, это не зависит. Все имеет какое-то объяснение, потому что жизнь подростков, она происходит в определенном социуме. Там, естественно, происходит, как любит говорить наша Наташа, перекрестное пыление. А вот если оно не происходит, то тогда возникает вопрос, а почему оно не происходит в этом возрасте? А наследственность здесь вообще никакой роли не играет. Ирина пишет, это плохо, если голос ведущего вызывает сексуальные чувства. А, это вопрос, это плохо, если голос ведущего вызывает сексуальные чувства? А ведь для радио специально подбирают сексуальными голосами. Зачем? Для рейтинга. А каково одиноким женщинам слушать? Некоторые ведущие специально обольщают. Это жестоко пишет Ирина. Ирина, я это как комплимент, конечно, спасибо, но когда меня взяли на радио, так как меня слушали мужчины, им было совершенно наплевать, какой у меня голос. Поэтому я думаю, не за это взяли. Мария, после сорока много неаккуратных с плохими зубами, огромными животами мужчин, какой может быть секс? Только дружба. На чем может быть миленькие плохие зубы, миленький большой животик? И как-то от дружбы к сексу можно спокойненько перейти. Кстати, от секса, может быть, он и похудеет, и зубы встает. Встречаясь с полтора года, первый секс был летом, спустя полгода приехал в отпуск, так как сделал операции на грыжу, секса не было до операции, не было момента. На душе чувство вины, Сергей, 19 лет. Сергей, как говорится, давайте выпьем за то, чтобы это были самые большие ваши проблемы в жизни. Так, Марина, 38 лет, имея интересные формы, открытость, харизму, мужчинам нравлюсь разным, разного возраста, предложения разные от секса, любви и дружбы. Секса сейчас долго нет, желания семьи, надежности. Вот это, кстати, классика жанра. Сейчас расскажу о выбранных интересных партнеров, сразу влюбляюсь, ну и так далее. Марина, у нас время подходит к концу. Коротко, не надо продавать секс за отношения потому что должно быть и то, и другое. У вас сразу все встанет на места, если вы будете заниматься сексом, просто потому что вы этого хотите, а не пытаться... А, а, вы пишете там желание семьи и надежности, и как бы я тебе отдамся, если я увижу, что есть семья и надежность. Это бред. І ніби нібито учені спогади, як дим, поїхали шумаченьки у далекий Крим, а повернуться не скоро важко йдуть воли.